Привет всем, ребята. Распаковываем. Смотрите, вчера мне такой подарочек приехал. Это от моей зрительницы. Конфетки она делает сама. Все из натуральных компонентов. Посмотрите, какая сказка. И главное, с Новосибирска ко мне в Краснодарский край все доехало в целости и сохранности. Ничего не потаяло даже. И все даже целое дошло. Вот такая упаковка, такие вкусняшки. Это все натуральный шоколад. Орешки, кремовая начинка. Я не знаю, что за начинка. Но выглядит все вот так бомбически. Гляньте, какая красота. Вау. Надо еще раз кофе, короче, ставить. Вот как-то так. Она делает все своими руками. Круто. Это груши, короче. Это груша такая. Смотрится круто. А если все это высыпать еще в какую-нибудь конфетницу, в прозрачную, ну или выложить где-то, то, мне кажется, будет вообще еще круче. Сердечко. С чего оно это сердечко? Шоколад. Я не знаю, внутри что-то есть или нет. Ну, круто выглядит. Все. Спасибо, Лали, огромное тебе.